Привет. Так, Зара, что там у нас? Я, блин, уже потерял, блин, счет. Годинам та хвилинам. Зараз подивимось. Ноль сорок два на часах. Не знаю, була тривога, не була, не чув. Ну, от, одупляюсь. Сплю 3-4 години у сутках. Ну, ліки приймаю там туди-сюди. Ну, зараз от я буду вставати, блін, щось робити, блін. Якесь відео, блін, буду робити. Хто там, блін? Що там каже, блін? Ти в моїй шкурі не було, бля, так що, бля, там тихонько себе, бля, сиди, бля. І не умнічай дохуя, бля, поняла? Поняла? Ла. Особенно поняла. Хто ти така, бля, щоб робити якісь скоропалительні виводи, бля, ти? Мою шкуру носила, бля, в моїх ситуаціях жила, бля, да? Я 800 миллионов раз, блядь, мог сдохнуть в этой жизни. Мне сейчас 48 лет, я до сих пор живой. Понятно, ты, блядь. Тварина, блядь. Еще столько же поживу, может быть. Даст Бог. Конечно, это дофига, блин, но, блин. Еще, блин. Трудности даются для того, чтобы, ну, духовно расти, блин. У меня этих трудностей вот так вот. По жизни, блин. Ну вот я чувствую, пришло время, блин. Светлая полоса, блин. Вот она, я уже, блин, уже в нее вступил. Светлую полосу. А ты в говно, блядь, вступил. Ты злобная, из-под тишка делающая пакости, чудовище, блядь. Чуешь? Чуешь? Не чуешь. Ага. А бачишь? Не бачишь. А він бачить і чує твоїми глазами, бачить твоїми вухами, чує всім твоїм кожним покровом, відчуває, блядь, все. Про кого я кажу? Про Господа Бога. Хто там не вірує, блін? Чи вірує не так якось, блін? Ага. Да. Я, короче, очень немножко, блін, тут удивился, блін, когда искал Бога, блін. А находил людей, блин. Которые типа вот они, блин. Я имею в виду, блин, это. Священники мы. Некоторые мы. Есть такие. Я видел, короче, батюшку, блин. Батюшка, блин. Прикиньте, блин. Короче говоря, батюшка едет, блядь, на Ауди. На джипе, блядь. Q7 там, или что, как он там называется, блядь. Q8, блядь. Короче, да, ну что-то такое. Короче, батюшка в рясе спешит на помощь, блядь, куда-то кому-то. На похороны или там, куда-то, на свадьбы, блядь, куда-то.
Короче, куда-то там, бля, его пригласили, бля. И что вы думаете, знаете, какие номера у него, блин? Этот человек, который, ну, понятно, продвигает вот это, что там магия, это колдовство, блин, это... То есть, смотрите, как они господню магию, блин, прихватизировали, считай, да, блин, блядь, используют только, чтоб... И вот это говорят, что там вот это только к нам, только сюда, так это что там сюда-туда. Что значит, самому ты никак не подтянешь, надо, значит, в нашу паству. Значит, ну, есть такие, ну, завлекатели. А для чего? Ну, он становится тупо посредником, да, типа, между тобой и Господом Бога. Посредником. Ну, мы ж такие, на Петрухи валенки, мы же не понимаем, что, блин. Без них же наш Создатель и Отец Небесный, он же нас не слышит. Он нас не слышит, не, мы должны писать в прошениях, там, на всякой вот это. О, я не знаю, блин, ну, боже мой, блин. Зачем вы, блин, наеб... А ну, в принципе, зачем? Вы понятно, зачем, блин, людей? Ну, посмотрите. Короче говоря, смотрите. Кто там смотрит меня? Подписчики. У меня, ну, я не знаю, большинство подписывалось, ну, я так понял, я недавно в интернете, блин, сам. Я еще полгода назад боялся этот смартфон в руки взять, реально. Дедушка, как дедушка, ну я, блин. Ну, не было, у нас информатика была, компьютеров не было в классах, блин, там, я, блядь, в училище учился, блин, в 90-х годах, блин. Короче, блядь, ну, и как-то, я сильно, не, блин, не держал в руках, да и нахуй не нужно, как бы, блядь. Ну, то я боялся что-то куда-то не то нажать, значит, не то что-то, блядь, это измена была у меня, блин. Что, не дай бог, куда-то нажму, блядь, это какая-то херня, блядь, там, оформит, ну, вот это у меня тема была, блядь, измена. Что типа, блин, оформят на меня кредит, вот это вот, реклама, вот эти, ну да, там везде агрессивно, ну надо быть аккуратной, реально, блин, в интернете всякая хуйня, блядь, бывает. Короче говоря, о чем я, блин, вообще нить потерял событий? Да это не факт, короче, блин, а что я говорю, блин, смотрите, блин. Я, короче, не призываю ни в коем случае, там, ну, сейчас все вот тетки с повязанными платками, вот это вот такие благочестивые матроны, блин, которые вдруг шо, начинают тебя дергать за, блядь, сзади, блядь, за пинжак, нахуй. Тш-тш, тихо, тихо. Нельзя сюда, здесь стоять нельзя, иди туда, вот сюда. Снимать на телефон нельзя, нельзя в храме снимать, нельзя. Вот туда, вот так, все. Прикинь, да? Или вот это, блин. Был у меня случай, значит, летом, блин. Ну, я такой думаю, зайду я в храм, блин. Ну, постою вот это, блин. Подумаю. Ну, вот, к Богу, да, там я шел пешком. Пешком, да, а не на Audi Q7, Q8, блядь, ехал, блядь, понял? С номерами 8-8-8-8, блядь, да? Что там, кто сечет в нумерологии, сейчас многие секут, не, ну как секут, блядь. Любители вот это дорогих машин очень любят, значит, вот эти вот интересные, значит, сочетания нумерологические там. Ну, кто знает, тот знает, да, блин. Ну, я тоже немножко, блин, немножко в теме, блин, насчет этого, блядь, что там, какие цифры обозначают, что куда, блядь, что как, блин. Ну, так что, если что, да, там пишите в комментариях, блядь, я не знаю, блядь, у меня столько просмотров, у меня за 2 месяца. Я 27-го, блин, серпня. Что там, какой-то русский месяц, я уже не помню, блядь, прикиньте, блядь.
Имя как-то нахуй, я, блядь. Классно, у нас, блядь, такие названия, блядь. Серпень, лютый, блядь, вересень, блядь, липень, блядь. Та ти шо, ну, а такі названня українські класні, блядь. Взагалі український язик охуєнний язик. Хто там, блядь, пише, блядь? Пише, блядь. Вообще, короче, пошли вы нахуй, поняли, блядь, долбоебы, блядь. Русские шовинисты, которые, блядь, не в состоянии выучить, блядь, язык, блядь, братского народа, блядь, своего, блядь, а? Вы не старшие братья, вы пошли с Киевской Руси, блядь, тиканули, блядь, в болото от татар, блядь. И потом платили им дань 300 лет, блядь, понятно, да, блядь? А киевские князья, блядь, ну, блядь, в Галичине тормознули все это иго, блядь, татаро-монгольское, блядь, тормознули, блядь, понятно, ну, кто там, я не, точно не помню, не буду врать, но не надо прицепляться к глазам, блядь, глазам, к словам, блядь. Короче, что-то наподобие этого, блядь, кто, блядь, хочет Google в помощь, блядь, и туда-сюда. Не Яндекс, не, блядь, хуяндекс, ваш сраный, блядь, ну, я не знаю, может, что, блядь, вам Google не прикрыли еще, блядь, пиндоский, да, Вайбер пиндоский, блядь, WhatsApp пиндоский, который вы так ненавидите, пиндосов вы ненавидите, американцев называете пиндосами, блядь, вы долбоёбы, блядь. Боже мой, как я вот это размышлял на эту тему, когда в 2014 году, блядь, напали на нашу страну, блядь, своими вот этими, блядь, пидорасами, ушлепками, бомжами, блядь, нахуй, с автозаправок, то есть, с автомоек, наподобие вот этот Моторола, вот этот, где ваш Моторола сейчас, блядь, герой ЛНР, ДНР, блядь, ФСБ его, блядь, и убрали, блядь, нахуй, блядь, дохуя, нахуй он не нужен уже был, блядь. Он свою, блядь, роль убрали, типа, блядь, типа укры, нахуй, блядь. Укрнацисты. Нацисты, блядь. Давайте разберем нацист слово, да, к примеру. Скажите, русский это нация? Ну так, внимательно смотрим. Русский. Ты себя считаешь русским. Это нация, нация, то есть национальность, правильно? Национальность, нация, блядь, читаем по губам. Нацик, нацист, что это? О, корень какого слова? А? Вы даже свой русский язык, суки, не знаете, долбоебы, блядь, это просто кошмар, блядь. А, вот даже писать. И главное, а прикол в чем, короче, ко мне, значит, я закидывал, как-то пошло видео, блядь, наши, короче, украинские танки, блин. Наш украинский, ну, ролик, я в ТикТоке взял у пацанов, ну, блядь, в свободном доступе, значит, можно брать, распространять, блядь, значит, ну, потому что если человек не хочет, чтобы вы видео брали, он ставит там ограничения какие, что нельзя там брать вот с этого канала видео, блин. Так что в воровстве меня нехуй, блядь, уличать, нахуй. Там или я что-то, блядь, кто-то мне отвезло. Фу, просто взял с ТикТока и там вот это, блядь. А ты что сделал? Я захожу к нему на технологии, опа, в эту, на аватарку нажал, блядь, меня выводит прямо на его аккаунт, блядь, да? А я, короче, такой, блядь, смотрю, нахуй. И что вы думаете? Zero. Там, ну, к примеру, один из них, блядь. Канал создан в 2015 году, блядь. В 2015 году у него, нахуй, ноль видео. Вообще ноль всего, нахуй. Ноль контента. Но канал есть, нахуй. И оно мне пишет, нахуй, там, блядь, что? Я не помню, что там, блядь. Ну, короче, что-то такое, блядь, хейтерское, блядь, пишет. Значит, что там, блядь. А, этот клип был, короче, там. Ну, блядь. Ладно, много там было. Ну, короче, конченые, блядь. Конченые, походу, долбоебы, блядь. Что ты делал, блядь?
15-го, с 15-го года. У меня, блин, сейчас, да, серпень, это сентябрь. Не, вересень, короче, блин, вересень, сентябрь, серпень. Короче, я запутался, блин. Короче, не буду я, блядь, на россиянский, блядь, это лад перекладывать, не на нахуй не нужно. Короче говоря, блядь, 27 серпня, блядь, я создал канал, блядь, на ютубе, блядь. Угу, на телефон, который в прокате у меня, вот это вот, блядь. Бо у меня, ну, нема, блядь, ЛВ, блядь, на телефон на свой, блядь. У некоторых, блядь, я смотрел, блядь, по три идет, блядь, по три телефона, а еще дома опять лежит, блядь. И... А, посмотрите, я, короче, закинул такую тему, что если вам нравятся мои видео, там туда-сюда, в описи канала, блядь, есть. Если вам нравятся мои видео, блядь, ну там помогите, блядь, задонатьте, там, блядь, ну, сделайте благотворительные внески. Ну, здесь же у людей реально, блядь, ну. Говорю, по 5 телефонов, оно нахуй ему не нужно, блядь, ну, вот у него моделька, блядь, новая моделька, он уже бежит за новой моделькой, а то, блядь, кидает в ящик стола, блядь, оно у него там пылится. Ну, у тебя такие есть возможности, блядь, тебя человек просит, ты, блядь, шо, сука, нахуй, шо ты, и сам и гам, и другому не дам, да? Ну, так не надо мне предъявлять потом, блядь, смотрите, я ему, короче, блядь, за справедливость вообще, я очень, блядь, так... трогательно отношусь к справедливости, блин. Чувствую вот это справедливость, несправедливость, блин. Как говорится, жопой, блядь, чувствую, да? До слез иногда, блин. Ну так вот, смотрите, блин. Когда человек так вот, блин, просит у людей, блядь, помощи там, да, а его, блядь, типа игнорируют, начинают какие-то гадости, сука, я тебя нахуй... Я знаю, короче. Короче говоря, вот так вот человек смотрит, ждет. А потом, опа, блин, и люди начинают исчезать, блядь. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, вот эти вот люди без вести пропавшие, которые вот тут вот ушел, блин. И больше его никто не видел, блядь, прикинь, да? А чё так, блядь, получается, а? Не знаю, может быть, блин, кто-то его просил о помощи, а тот человек просто, ну, блядь, охуевший, нахуй, на такой степи думает, я пуп земли, я Юпитер, блядь, я, блядь, Сатурн, сука, блядь, а... Ты посмотри, нахуй, я вместо того, чтобы помочь, оно, блядь, начинает гадости делать. А потом раз, был человек и нету, бля, а где ж делся, хуй его знает. А потом через полгода его в колодце находят, именно, бля, да, именно. Пару дырок, блядь, нахуй в теле, блядь. Ну вот и все, блин. Так что, имеющий уши, да услышит, блин, да, умеющий глазки, да увидит, блин. Короче, вот такие истории вот художественные, ну, читал я вот, да, в книжках. Там Аль Капоне, вот это, блин. Сухой закон. Америка, блин, да? Блядь, Бруклин, блядь, там, туда-сюда. Ну шо, вот это видео, блядь, посмотрит 2-3 человека. Блядь, больше никому не интересно, блядь. Аж надо заходить на канал, смотреть, блядь. Мне много чего есть, блядь, рассказать, блядь. Побазарить, блядь, как говорится, блядь. По-доброму, блядь. Вот так вот, блядь. Сейчас, короче, 19:35 секунд. Ну, 20 минут я... выложу это видео. Кто досмотрит до конца, прокомментируй там, блядь, закиньте, блядь, пару лайков, блядь, поставьте, блядь, вы, сука, миллион человек просмотрело, блядь, один лайк, нахуй, вы, блядь, сука, у вас пальцы, блядь, сухие, не можете, блядь, тыкнуть, блядь, рядом, блядь, кнопочку. Все, всем привет, всем пока, миру всем.
Аминь.